Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш бесконечный сериал «Доктор Хаус. Клиника. Доктор Хаус». Ну, поприветствуй. Давно тебя не было на экране. Да, я никуда не ушел. Я все еще с вами. Всех очень рад видеть. Всем привет. Сегодня у нас будет дневной прием. Мы будем разбирать проекты. Илья, давай посмотрим, что за проекты нам прислали. Нам прислали очень много проектов, вот, которые хотели бы мы сегодня разобрать. Проекты из разных регионов. Вот у нас здесь есть Тула, Ленинградская область, еще одна Ленинградская область, Ижевск, Московская область. И вот тут я вижу даже из Краснодара. Вот, где я недавно был, в Краснодарском крае. А ты катался там на лыжах, да? Да, поэтому у меня половина лица черная, а половина белая. Так что, не удивляйтесь. Не, ну, я рад, что ты вернулся живой и здоровый. Да. Не поломался. Как там со снегом? Со снегом в этом году очень хорошо. Нападало столько, что сезон, по-моему, продлили, если я не ошибаюсь, до начала мая. Только при мне нападало, наверное, полметра снега, и фрирайд вот такой отличный, все было очень здорово. Привет, Сергей. А, да, Олег, слушай, спасай. У нас открылась выставка, тут толпы с заказчиками, с типовыми проектами ходят, и архитекторы рукожопы вместе с ними, их надо лечить срочно. Приезжайте скорее, нужна ваша помощь. О, Господи, опять. Ну, надо помочь Сергею, и надо спасать этих несчастных заказчиков и убогих архитекторов. Выезжаем. Вылечит. И тебя тоже вылечит. И меня вылечит.